познакомились-то мы вот тут, на мосту, на прыжках. Основательно, когда первый раз осталась в лесу. Ночью. Получается, в первый раз Серега меня, можно сказать, спас от нашего же друга. Мы оставались с подругой первый раз в лагере с ночевкой. И у нас, естественно, не было ни палатки, ни спальника, там, ни коврика, там, ничего. То есть там так минимально с собой шмоток теплых набрали. И надо было у кого-то вписаться. И я посмотрела на весь лагерь, на всех, кто стоял в палатках, и поняла, что единственный человек, которому я могу точно доверить себя и свою подругу ночью, это Серега. Это единственный, кто чувство доверия вызвал. Остались в лесу с подругой, и уже вечером поздним пошли когда спать, легли, она как-то быстро вырубилась, а я лежу и слышу диалог. Подходит наш друг и такой: а где, говорит, девчонки делись? Серега говорит: все, говорит, они легли спать. А куда они легли спать? Говорит, они лежат у меня в палатке, все, говорит, успокойся. Как так, я тут, все, говорит, спокойно. Короче, он еще его провозил от палатки, чтобы к нам не лез. Вот. Ночь прошла спокойно. Маленькое облачко. И оно такое пушистенькое. Осень, вот красота. Времени просто как-то не слаживалось. Я уже решил, что плевать на это время, на ситуацию, как есть, так вот сейчас и будет. Этот дождик шел, вроде погода не радовала выходить на улицу. Я захожу, и вот прямо на входе стоит огромный букет ландышей. Такой прям заходишь, и прям аж запах этот прям в тебя так... О, такие вообще обалденные. И я думаю, как классно. Я сидела у него на коленках, помню. Сидели на балконе, это было очень мило. Я что-то решил вот сделать предложение. Фейерверк внутри такой. Тубух, тубух, тубух. И много тепла. Потому что, ну, осознание того, что мы теперь все время будем вместе.